Кубок города среди любительских команд стартовал 2 месяца назад. В футбольных баталиях приняли участие 8 команд. Сильнейшие сошлись в финальном поединке. На поле сборная Адлерского района и команда спецроты ГИБДД. На поле выходят те люди, для которых это хобби, для кого это вот просто активный здоровый образ жизни. Они выбрали именно футбол и играют в него, свободное от основной работы время. К счастью, такие команды у нас есть. Вот у нас и чемпионат города, и кубок города. Вот так вот продолжается. Спасибо департаменту спорта. Наконец мы нашли взаимопонимание с ними. Футбол хоть и любительский, но уровню мастерства футболистов вполне могли бы позавидовать профессиональные спортсмены. Матч получился богатым на количество голевых моментов, которые возникали возле ворот обеих команд. Преимущество всю игру было на стороне команды Адлерского района. На поле они вышли в ранге фаворитов, действующих победителей Кубка города. Тяжелый путь на самом деле был. Мы тяжелая команда досталась в полуфинале. Молодые ребята, мы прошли. Немножко нам повезло, где-то удача, но сегодня в финале, я думаю, заслуженно. Сборная ГИБДД за победу боролась до последней минуты, хотя переломить ход встречи в таком составе было непросто, признаются футболисты. Любительский уровень команд ожидает лучшего, потому что молодежи нету, которая подрастает, и одни ветераны у нас играют, но ветераны уже не тянут. Итог матча 4-2 в пользу адлерцев. Сборная района подтвердила звание сильнейшей любительской команды города. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.